Всем здорово, всем привет. Пришел вот такой вот блочок EAV6LP1.08 на отключение иммобилайзера, который иммобилизировал, но не выиммобилизировался. Что ж, сначала попробуем его сделать через кису. Если не получится, тогда будем использовать КТАК. Значит, будем подключать фишки согласно распиновки. Вот единственное, что немаловажно, обратите внимание, что он нарисован именно в таком формате, и не подключите его нечаянно вверх ногами. Вот. Плюс подключаем на левый верхний контакт. Второй плюс будет одет. Раз, два, три, четыре, пять. На седьмой контакт, он же B4. Так, свет, пожалуй, включу, чтобы видеть. Не, B4 это у нас коллайн. G4, правильно говорить. Не туда вас отправил. G4. Следующая у нас масса будет подключена на H4 контакт. Это вот сюда вот. И коллайн будет подключен на B4 контакт. Вот так вот. Вот так вот. Все, мы подключились и посмотрим сейчас, дернет он в таком формате киса full или только карты. А потому возвращаемся в кису. Так, включаем питание, подаем. И говорим выбор, почитать ID. Так, где-то у нас тут пин наш. Включаем. Ок. Читаем. Лампочка замигала. Выключить зажигание, говорит. Wake up error. Прочитать. Выбираем. Включаем питание. Wake up error. Соответственно, мы, пока этот блок не загоняли ни разу в бут, имеем полный облом. По этой причине будем использовать КТАГ для того, чтобы вычитать и записать этот блок. Мы у него первые. Если бы кто-то до нас уже с этим блоком работал, то картина обстояла бы легче, и нам не пришлось бы разбирать. Будем подключать КТАГ. Вот, значит, блочок КТАГ я воткнул. Разбираю сейчас корпус блока, потому что, к сожалению, ну или к радости, нам надо все-таки до пина достучаться будет. Вот, подать бут еще на этот блок, чтобы он у нас ушел в зачитку запись. Пока разбираю, напомню вам, что можем вам дистанционно помочь и в отключении иммобилайзера, и в привязке ключей, и пин по вину, пин по дампу, краши, ЕГР, саживики, ремонт блоков, управление. Короче, любые программно-аппаратные дела с вашими блоками управления двигателя. Можем вам помочь в этом всем. Обращайтесь. Вот такие вот делишки. Так, смотрите. Если блок склеен был до этого, повезло, открылся сразу и легко. Обратите внимание, что в программе везде картинки нарисован блок именно вот так вот. И когда будете подключать,
Именно вот так вот по картинке подключаете, а уже потом, для того, чтобы достучаться до пина, надо будет его перевернуть. Вот так вот картина обстоит. Поэтому в этом плане смотрите аккуратно. Были уже не раз, приходили блоки, упаренные клиентами. А здесь получается вот у нас два резистора и конденсатор стоит. И точка рядышком, это и есть наш пин-код. Пин, бут-пин, говоря правильно. Не перепутайте блок H1 с LPA блоком. Они подключаются по-разному. Так, делаем сначала бэкап. И дотрагиваемся пином до бута. Говорим, читай. Лампочки замигали, но процесс не пошел. Связь, говорит, отсутствует с блоком. Подключено все правильно. Еще раз говорим, прочитать. Держим полоску. Reading device info. Все, бут можно уже дальше не держать. Бут нам уже становится не нужен. Он был необходим только для того, чтобы присоединиться к блоку. Пошел процесс скачивания. Значит, блок на связь вышел. Диагностика его сработала хорошо. Ох, вспоминаю времена, когда раньше, когда-то давно-давно, бут этот самый, постоянно держали весь процесс, пока он читается, пишется, и боялись сдернуть. На самом деле бут достаточно только, как я уже говорил, и как уже делал не единожды на канале, наверное, видели, только для того, чтобы он присоединился. Потом бут держать уже не надо. Как видите, лампочки красиво мигают, полоску уже вам показывать не буду. 22%, 23% сейчас дойдет быстро. На всякий случай вам напомню, пока идет процесс чтения, о том, что можем вам, кроме всей оказанной вот помощи, которую я вам называл ранее, проводим курсы, на которых у нас всему этому можно научиться. Курсы проходят онлайн, через программу Zoom, ехать никуда не надо. Единственное, что необходимо выбрать вечернюю либо утреннюю группу, которой вы хотите заниматься. Вечерняя группа проводит занятия в 19:00 по московскому времени, понедельник, среда, пятница. Утренняя группа 9:00, понедельник, среда, пятница. Другого времени, к сожалению, вы и ах. Если очень сильно хотите заниматься в другое время, то тогда можно единственное выбрать индивидуальные занятия. Стоят они, правда, значительно дороже, но зато можно любое удобное для вас время выбрать. А ссылки на наши занятия, на курсы тоже есть у нас на канале. На нашем сайте подробно все расписано. И также есть несколько видеостримов, на которых я рассказываю про эти курсы более подробно. Что 62%, уже 63%. Обязательно всегда делайте бэкап. Потому что, как известно, бэкап спасет мир. Если не делать бэкап, можно увалить блок и поиметь кирпидон. А всегда имея бэкап с заводскими прошивками, можно, в общем-то, получить готовое исправное решение. Всегда поэтому обязательно делайте бэкапы. Как я уже говорил ранее, бэкап спасет мир. Вот. Что ж, у нас уже 79% идет, осталось совсем немного. Вот, обожаю, честно говоря, блоки Magneti Marelli, не знаю почему, конечно, больше всего люблю Bosch, потому что их приходит больше всего. Следующее у меня, по моему обожанию, это Magneti Marelli, следующие Siemens, ну и потом все остальное. Но больше всего я люблю Bosch. Вот, тут как ни пляши. А почему, не знаю, наверное, самый частый и самый блок, который я уже давно разобрал всю структуру, понимаю принцип работы и все остальное. Что ж, 97% остается, 98%, 99%. Та-дам! Плизвы. Так, подождите несколько времени. Во, прочитка готова. В работе обязательно сохраняем этот дамп. И AV6LP1.
и говорим Э, что ты булькаешь, шайтаном она. Так, флэш. Флэш. Бац, куб. Все, отлично. Так. Do you want to save файл сепараторы? Да, хочу сохранить. Все, сохранено. Открываем сейчас, значит, нашу папку, где у нас расположен. Где он расположен? AV6LP1. Вот, 524 килобайта, 288 байт занимает. Под этот номер блока у меня уже есть готовое решение. Вот, как его сделать самому, можно научиться у нас на курсах. Ну, либо, если не хотите вам ради одного блока, можете обращаться ко мне, я с вами поделюсь. Ну, не за бесплатно, конечно, но, возможно, все. Так, сейчас сравним, что у нас получилось с дампом под этот номер. Ага. Ну, я вам подскажу. Править надо область 03C70 адрес до 03C B8. И следующий адрес 03E80 по 03F10. И что там править? Ну, тут уже извините. И 04010 по 04038. По этим адресам необходимо вносить корректировки. Ну, еще по некоторым адресам, за которые, в принципе, можно не заморачиваться. Все равно сами не разберетесь, не владея информацией на курсах на наших. Если есть желание, то, как говорится, добро пожаловать. На курсах я вас всему этому подробно научу. Что ж, сейчас будем записывать все обратно в дамп, только уже исправленный наш дамп. Вот, так, бутится. Не попал. Вот. И говорим в write. Пытается забутиться, и что-то не идет у него эта картина. Так, и опять в райт говорю. Так, лампочки замигали. Написал идентифинг ECU. Пока еще держим. Все, процесс записи пошел. Ага, что-то ругнулся, ему не понравилось. Ну, давай еще раз, родной. Открыть. Идентифинг ECU пишет. Смотрим. О, полоска пробежала. Loaded backup file not valid. Что-то ему не нравится. А, ну конечно, нам же не ресторить надо, а шить его. Ну не тормоз ли, а? И говорим write. Все, забутился. И процесс записи пошел. Что ж, микросхемка наша записывается. Решение много раз проверено. Да, не забывайте снять галочку «Restore», потому что мы не восстанавливаем родной дамп, а записываем новый. Поэтому оно видит, что бут у нас не соответствует, и поэтому высказывает свое легкое недовольство.
Запись будет длиться, может быть, немножко больше, может быть, немножко меньше. Сейчас посмотрим по ситуации, уже 4%. Ну, а пока не забывайте вообще всегда, на самом деле, я вам хотел сказать, всегда обязательно очень качественно делайте диагностику перед тем, как начинать отключать иммобилайзер. Потому что диагностика рулит. У вас может не приходить банальное питание на какой-то из блоков, на каких-то исполнительных элементов, а вы будете думать, что у вас проблема с иммобилайзерами. Уже не единожды подобная ситуация случалась, когда люди обращаются, говорят, что вот отключите иммобилайзер, ты им отключаешь иммобилайзер, машина у них не работает, все так же, как и не работало до этого, а дело было, ну, не в иммобилайзере. Ты к человеку подключаешься, помогаешь ему установить реальную проблему, что у него было с машиной, вот, и по результату он говорит, ну, так давайте деньги обратно за иммобилайзер, да, потому что мне его не надо было отключать. Ты говоришь, ну, так а чего вы не сделали нормально диагностику, не установили причину? Вы мне дали заказ, я вам его сделал. То же самое можно сказать, вы придете в магазин, да, купите булочку, не прочитав то, что булочка, допустим, с изюмом, да, отойдете, выйдете из магазина, откусите кусочек, потом вернетесь обратно, скажете, блин, а мне изюм нельзя, у меня на него нехилая аллергия, да. Понятное дело, что вас булочку обратно не заберут. Картина подобная и здесь. Вот, ну, по результату, не знаю даже, что и сказать, потому что, в общем-то, делайте нормально диагностику. Установите нормально причину, поломку автомобиля, а потом уже начинайте отключать иммобилайзер. Потому что если отключить его, если у вас, например, топлива нет в баке, да, то ну, какой от этого смысл будет? От того, что вы отключите иммобилайзер, у вас бак полным не станет. Или там, например, датчик коленвала у вас не поменяется. Или фильтры тоже не поменяются. Понимаете, это прекрасно. По этой причине, в общем-то, всегда-всегда перед тем, как делать, отключать иммобилайзер, установите причину, что дело на самом деле в нем. Я тоже не сторонник конфликтов, но по идее я должен еще брать деньги за то, что вам сделал диагностику на расстоянии в такой ситуации. Вот. Что ж, 72%, напомню на всякий случай про курсы еще, про наши, чтобы вы не забывали. На курсах на наших можно научиться, как работать с иммобилайзерами, как отключать иммобилайзеры, как ключики привязывать, как пин-код найти. В общем, то же самое, всю ту же самую работу, которую я делаю здесь. Кроме того, после курсов, если вы сдадите нормальный экзамен, мало того, что получаете сертификат об окончании курсов, кроме того, имеете некоторые бонусы и плюшки. И у вас, мало того, есть еще шанс присоединиться к нашему альянсу. Что такое альянс? СТО – это сеть моих партнеров по другим странам, городам и так далее. Если там появляется клиент из вашего города, то я вас клиента отправляю непосредственно к вам. Как я уже говорил ранее, для того, чтобы присоединиться к альянсу, вам надо как минимум закончить наши курсы, чтобы я видел, что вы нормальный специалист, а не шиночиповщик, вот как называют, ну, либо шиноключевщик. Почему шины меняют, не знаю, на самом деле. Замена шин тех же в машинах, автомобилях, на самом деле очень важный, ответственный процесс. Иногда, ну, неправильно сделав, да и часто неправильно сделав, можно косячить еще больше. На самом деле работа тоже очень ответственная и очень важная. Почему называют шиночиповщиками те, кто делает круто, криво, точнее говоря, я даже не знаю. Что ж, у нас уже 87% записалось, процесс записи идет. Вот так. Ну да, идет. Уже осталось совсем чуть-чуть. Что я еще хотел рассказать в этом видео? Да, в принципе, наверное, основное уже все рассказал, все темы раскрыл, которые хотел. Записывайтесь к нам на курсы. Вот, обращайтесь со своими заказами. Быстрее всего отправлять через СДЭК. Когда отправляете заказ ко мне через СДЭК, говорите, что я с ними на договоре. Вам будет на 30%, на 20% дешевле стоить пересылка. Вот такая, собственно говоря, картина. Уже дописывается кусочек. Осталось совсем чуть-чуть.
Ну, дождемся уже конца, посмотрим, да. Потому что осталось совсем чуть-чуть. Вот он уже домигивает заключительные моменты. Ага. Осталось совсем чуть-чуть. Вот, а вы пока не забывайте подписываться на мой канал. Везде обязательно ставьте свои четкие, классные лайкосики. Внизу пишите свои замечательные комментарии. Мне они очень нравятся. Хорошие, плохие. Я читаю абсолютно все. Вот, как я уже сказал, ставьте лайкосы. А внизу пишите свои комментарии. Ну что ж, вот и работа уже закончилась. В этом блоке иммобилайзера у нас теперь отключен иммобилайзер. В этом блоке управления. Все, подписываемся на канал. Всем до скорых встреч. Пока.